Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня. Об этом американский президент сообщил северокорейскому лидеру в письме. Свое решение Трамп пояснил страшным гневом и открытой враждой в последнем заявлении Пхеньяна. Это цитата. Речь идет о высказывании замминистра иностранных дел КНДР, которая назвала вице-президента США Майкла Пенса невежественным и глупым и пригрозила ядерной войной. А ранее, я напомню, Пенс заявил, что Северная Корея может повторить судьбу Ливии, если Ким Чен Ын не пойдет на сделку с Соединенными Штатами по ядерному разоружению.